Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний матч для вас будут комментировать Константин Генич и... Вот мы видим состав хозяев. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Эта команда сегодня будет играть с соперником как кошка с мышкой. Заберут мяч себе и будут его приспокойненько катать вдоль штрафной. Есть мнение, Георгий, что владение ради владения – это антифутбол. Но пара стремительных обостряющих передач с легкостью дискредитирует эту. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний матч для вас будут комментировать Константин Генич и... Вот мы видим состав хозяев. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Эта команда сегодня будет играть с соперником как кошка с мышкой. Заберут мяч себе и будут его приспокойненько катать вдоль штрафной. Есть мнение, Георгий, что владение ради владения – это антифутбол. Но пара стремительных обостряющих передач с легкостью дискредитирует эту. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний матч для вас будут комментировать Константин Генич и... Вот мы видим состав хозяев. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Эта команда сегодня будет играть с соперником как кошка с мышкой. Заберут мяч себе и будут его приспокойненько катать вдоль штрафной. Есть мнение, Георгий, что владение ради владения – это антифутбол. Но пара стремительных обостряющих передач с легкостью дискредитирует эту. Эта команда сегодня будет играть с соперником как кошка с мышкой. Заберут мяч себе и будут его приспокойненько катать вдоль штрафной. Есть мнение, Георгий, что владение ради владения – это антифутбол. Но пара стремительных обостряющих передач с легкостью дискредитирует эту. Эта команда сегодня будет играть с соперником как кошка с мышкой. Заберут мяч себе и будут его приспокойненько катать вдоль штрафной. Есть мнение, Георгий, что владение ради владения – это антифутбол. Но пара стремительных обостряющих передач с легкостью дискредитирует эту. Эта команда сегодня будет играть с соперником как кошка с мышкой. Заберут мяч себе и будут его приспокойненько катать вдоль штрафной. Есть мнение, Георгий, что владение ради владения – это антифутбол. Но пара стремительных обостряющих передач с легкостью дискредитирует эту точку зрения. Первый тайм начался. Мяч ушел в вал. Лассе Шёне. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Мяч все ближе подбирается к воротам соперника.